Впервые в Карачаево-Черкесии открылся многопрофильный агропромышленный парк. Данный объект позволит отечественным производителям напрямую поставлять свою продукцию потребителям, обеспечивать ее качественное хранение, переработку и реализацию по рыночным ценам. На открытии агропарка побывал наш корреспондент Алихан Левшоков. Новый, отвечающий всем санитарным требованиям агропарк, позволит многим начинающим предпринимателям реализовать свой бизнес и обеспечит доступ жителям республики к отечественной продукции. На открытии агропромышленного комплекса руководитель корпорации развития Карачаево-Черкесии Марат Батыев и управляющий агропарка Елена Ахтауа торжественно перерезали красную ленточку, тем самым дав старт работе данного объекта. Собравшиеся уверены, что агропарк позволит реализовать свои стартапы многим начинающим предпринимателям. Мы постарались привлечь на сегодняшний день всех крупных предпринимателей и крупные предприятия нашей республики. Это те любимые продукты, которые востребованы на сегодняшний день в нашей республике, которые пользуются спросом, и объединили их в одном месте для того, чтобы посетителям было комфортно. То есть приобрели тележки и так далее, для того, чтобы можно было с комфортом и с удовольствием провести время в нашем агропарке. Агропарк находится в новом северном районе Черкесска. На территории фудмаркета уже подготовлено более 150 благоустроенных точек для реализации сельскохозяйственной продовольственной продукции и сопутствующих товаров. Этот объект из себя представляет именно комплексный инфраструктурный объект, потому что здесь позволит как производителям, как переработчикам и покупателям в одной точке там, то есть получать все необходимые услуги. И этот объект как бы призван для того, чтобы максимально удовлетворение как производителей, так и населения, для того, чтобы они все могли вот приехать, купить все различные товары, которые им нужны для их бытовой деятельности. Резидентами агропарка выступают более 20 крупных предприятий. Также планируется создание более 200 рабочих мест. Здесь уже работает несколько начинающих предпринимателей. Они уверены, что данный агропарк позволит максимально реализовать их продукцию. Мне агропарк предложил достаточно выгодные условия сотрудничества как арендатору с 50% скидкой, с брендированием моей кофейни, что, несомненно, мне сослужило огромным плюсом для начала моей предпринимательской деятельности. Особо порадовало всех присутствующих бесплатное угощение, ароматнейший плов, приготовленный всеми любимой сетью питания, включающей в себя кафе «Таук-Маук» и «Айран». Владельцы данного общепита договорились на размещение своей продукции в стенах агропарка. Мне рассказали, что скоро намечается открытие. Я сделал кое-какие шаги, чтобы попасть сюда и представить нашу кухню, порадоваться со всеми горожанами за это событие. Оно действительно событие радующее. Почему? Потому что в это нелегкое время такие события не могут не радовать. Данный агропарк – это, конечно, большой подарок для города. Это же на века останется для горожан, будет служить, иншаллах, нам. И это, конечно, не может не радовать. Комплекс агропарка включает в себя фруктовую и мясомолочные зоны, торговый центр, кондитерский цех и цех по изготовлению полуфабрикатов. Агропарк уже функционирует и ждет своих посетителей, а более активно начнет свою работу после новогодних праздников. Алихан Левшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.